Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ростелеком ЕТК справочная». Совсем скоро, 17 сентября, компания «Ростелеком» завершит объединение своих сотовых активов. И начиная с этого числа, компания ЕТК будет предоставлять услуги сотовой связи под брендом «Ростелеком». Абоненты и партнеры ЕТК видят в брендинге значительные плюсы. И прежде всего, они делают акцент на роуминге и развитии новых стандартов связи, таких как 3G. Все позитивные ожидания связаны именно с выходом компании на федеральный уровень. Вот как раз единственное, чего не хватало бренду ЕТК, это как раз федеральности. Потому что мне приходится и по краю ездить, мне приходится ездить и по России. Тем более, почему я до сих пор остаюсь приверженцем этого бренда, да, потому что здесь очень хорошая как раз сеть по краю, и вот где бы я ни перемещался по краю, везде очень хорошо принимают. Те, кто был клиентами и остаются приверженцами, они получат только плюс, получат всю страну. То есть, имея край, они получают страну и начинают быстро перемещаться и ловить свою родную сеть в разных городах. Ну, с роумингом я сталкиваюсь очень давно и регулярно, являюсь старым абонентом ЕТК, больше 12 лет. Помню, какие тарифы были на роуминг там, 10 лет назад, сейчас, конечно, они совершили, так скажем, определенный рывок в части снижения стоимости и услуги на роуминг. Поэтому на сегодняшний день уже заметное движение в части тарифов, да, стоимость их снизилась там даже в десятки раз по сравнению с тем, что было там 3-4 года назад. В принципе, они сейчас уже приемлемы. Все-таки хотелось бы, чтобы у регионального оператора появилось современное средство передачи данных в формате 3G, может быть, даже и 4G в будущем. Что хотелось бы, чтобы стало лучше в Енисей-Телекоме, это, конечно, появление 3G мобильного. Насколько я знаю, работа в этом направлении идет. Я очень надеюсь, что до конца года Енисей-Телеком нас обрадует полноценной, качественной 3G-связью на своих телефонах, на своих сим-картах. Да, действительно, в этом направлении уже идет активная работа. У компании «Ростелеком» есть большие планы по развитию сотовой связи. В первую очередь это касается именно новых стандартов. До конца года в 4 регионах России будут построены и запущены сети так называемого 3G-поколения. В том числе в эти территории входит и Красноярский край. Также необходимо отметить, что в июле 2012 года Ростелеком выиграл лицензию в стандарте 4G. Строительство под технологию 4G начнется уже в 2013 году. Особенность Ростелекома заключается в том, что этот оператор будет предоставлять так называемые конвергентные услуги. В силу того, что Ростелеком развивается по 4 основным направлениям, это фиксированная связь, мобильная связь, интернет и IP-телевидение. Соответственно, у Ростелекома будут построены так называемые мультистандартные сети, которые дают возможность нашим абонентам при подключении к одному оператору иметь достаточно широкий спектр получаемых услуг. Ну и второе, будут по всей территории России установлены единые тарифные планы, единые предложения, которые с нашей точки зрения будут более демократичными и доступными. Более подробно о конвергентных услугах Ростелекома, о том, что это даст абонентам, которые пользуются сотовой связью, мы обязательно будем рассказывать в наших следующих программах. Ну и сейчас у Ростелеком ЕТК есть интересные предложения. Стоит только заглянуть в интернет-магазин. В интернет-магазине «Ростелеком ЕТК» появилась новая удобная услуга – заказ готовых интернет-пакетов по акции «Модем» за 399 рублей. Абонентам больше не нужно тратить время на самостоятельный поиск и выбор отдельно тарифа, оборудования, услуг или уточнять у оператора условия акции. В интернет-пакет уже включены «Модем», тариф и необходимые услуги. Поэтому купить «Модем» по акции за 399 рублей стало очень просто и быстро. Шаг первый. На сайте shop.etk.ru в разделе «Мобильное оборудование» нужно выбрать страницу «Интернет-пакеты», ознакомиться с описанием и положить нужный пакет в корзину. Шаг второй. По ссылке из корзины добавить понравившийся вам номер Wilcom. Шаг третий. Оформить заказ и дождаться курьера. Доставка производится по городу Красноярску в будние дни с 10 до 4 и абсолютно бесплатно. Экономьте свое время и пользуйтесь услугами интернет-магазина «Ростелеком ЕТК». Вы смотрели программу «Ростелеком ЕТК справочная». До встречи через неделю.